В Комсомольском районе в восьмой раз прошел международный фестиваль тюркской культуры «Урмай-Залида». В этот раз в онлайн-формате. Праздник посвятили памятным датам – столетию образования Чувашской и Татарской автономии, а также приурочили ко Дню народного единства. Онлайн-фестиваль «Урмай-Залида» реализован в рамках культурного межнационального проекта «Возрождение культурно-исторического наследия татар-мишар» на базе этнокультурного центра «Мирас» и в рамках творческого проекта «Караван наследия». Организатор праздника – национально-культурная автономия татар-чувашии. Фестиваль прошел при поддержке Республиканского министерства культуры, исполкома Всемирного конгресса татар и ряда общественных организаций. Ежегодно у нас в Урмаеве проходит международный фестиваль тюркских народов «Урмай-Залида». В этом году он прошел без нашего руководителя Фарида Абдуловича Гибадинова. Фарид Абдулович был основоположником этого фестиваля. Несмотря на большую заболеваемость коронавирусом, мы решили не закрывать фестиваль и решили провести его в онлайн-режиме. Участниками восьмого фестиваля стали около 80 творческих коллективов, порядка 150 исполнителей из 24 российских регионов. Артисты представили этническую культуру 12 туркоязычных народов мира. Исполнители из Башкортостана, Татарстана, Мариэл, Чувашии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Якутии, Ульяновской и Нижегородской областей, из Кургана показали миру свое творчество и получили оценку жюри фестиваля. Несмотря на обстановку, решили поддержать фестиваль. Мы приехали из Туркменистана. Мы приехали из педагогического университета. Мы сегодня здесь представили два хореографических коллектива ребят из Туркменистана, Назинин и Беркут. Нам фестиваль очень нравится. Мы уже не первый год здесь выступаем. И мы благодарны организаторам за то, что они нас сюда пригласили. И мы готовы принять и в дальнейшем участие. Как отмечают организаторы, главная цель праздника «Урмай-Залида» – поддержка этнических творческих коллективов и солистов, расширение культурного сотрудничества между представителями разных национальностей и, конечно, народное единство. Ирина Ромадова, Владимир Синдиев, «Вести Чувашия».